Всем привет! Мы решили, видите, у нас тут вот эти клумбы 100-летней давности, мы решили от них избавиться. Как сказал Валера, демонтаж социалистических клумб. Я там все вытащила из той клумбы, и вот там он уже посадила все, что у меня было. Ручки, конечно, грязненькие. Ну, извините. Сейчас будем домкрат подставлять. И выковыривать, сами понимаете, ничему хорошему эти колеса, только одна химия в земле. И вот останется еще вот это колесо и вон то. Там у меня земляника росла, но плохо, всю ее заполонила. А здесь ирис еще тоже предстоит их выкопать. Короче, пока не двигается. Вообще не двигается, ага. Так, и что делать будем? Надо как-то угол поменять. Опа. Охотничий инвентарь нам в помощь. Это охотничий инвентарь? Да. Рыбацкий. Если где-то застрял. Да. Смотри, ну, слушай, она у нас с одной стороны только движется, и все. Подымем сейчас. Может, нам из краев тоже всю землю выковырить сначала? Мы ищем легкий путь. Это да. Решил Валера сначала подкопать. Здесь у нас рос пион. Мы его тоже убрали, пересадили в другое место. Теперь здесь небольшая ямка. И, ну, все равно нужно закапывать, да, Валер? Да. Ну, тяжелая. Угу. Так вот там земли так. Внутри сколько еще? Что делать вам? Не знаю. Надо землю, наверное, все-таки выковырить. Тебе в лоб, да. Ну что, пошла выковыривать. Ну что, выковырили мы из другой стороны. Немножко не успели тут снять. Я Валере помогала. Сейчас покатим. Куда покатим? На Кудыкину гору? А, ну, чтобы вот туда, короче, за огород. Сожгем кедрени фени. Ну, насчет сжигания не знаю. Ты зачем мои перчатки взял? Это мои. Это мои, я в них работала. Раз, два. Ой, я не успел тебя сфоткать. Что ты там показывал? Ура!